маленькая дачка или огородик. Рядом с работой такой огородик. Цветы. Заходить я туда, естественно, не буду. Помидоры, наверное, там за сеткой. Там, наверное, инструменты хранят. Вообще раньше здесь были все рисовые поля. Потом начали как отстраивать промышленную зону. Это еще есть, конечно, вон они. Но очень много земли уже сейчас под производствами. Чей-то гараж даже.